И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем, черт побери, добывать долбанный элемент. Такое ощущение, как будто была музыка громкая. Ну да ладно, нормально музыка. Короче, столкнулся я с такой проблемой. Металл есть, могу строить дом, но очень куча металла нужно на всякие теквостройки и так далее. То есть я вот металл здесь подбывал, уже что-то сюда скинул. И как бы металл вроде бы есть, и я использовать его не могу по факту. Ну, кстати, не так уж и много, потому что я вон гриндер состряпал и как бы все. Там и так репликатор нужно будет, и потом под каждого гача, я тут еще двух гача притомил, то есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гача, под каждого гача по 2500 металла, короче, это просто ужас. И сам тек репликатор сам тоже еще дофига металла требует, 5000 металла, ну как бы такое себе. Вот, кстати, там они на бабахали мне черного жемчуга, прям очень классно. В общем, вся загвоздка в том, что, к примеру, тег-репликатор я не могу сделать из-за того, что у меня просто банально нету элемента. Понимаешь, в чем проблема? И я понял, что без зачистки жилы я ничего не смогу сделать. А значит, что правильно, идем на зачистку жилы. Попробуем зачистить точно так же. Я посмотрел, здесь маленькая заспавнилась, поэтому я так все экстренно делаю. Без разговоров на полчаса от выпуска. Где-то напротив входа, вот там наверху, должна быть жилка. Должна быть маленькая жилка. Должна была быть маленькая жилка, я подчеркну. Но, по ходу дела, за место нее что-то она, короче, по ходу дела исчезла. Ну, значит, поищем сейчас жилку. И нужно будет зачищать эти жилы, чтобы добывать элемент. И, кстати, да, она реально здесь была, напротив входа того. Напротив большого входа она точно была. Ну, ладно, исчезла так исчезла, кстати, буквально только отлетел от нее и... То есть прилетел на базу, чтобы стартануть запись, и все. Увы. Увы и ах. Ну да бог с ним. Сейчас поищем. Главное, чтобы маленькая была, небольшая, где будет виверна и все в таком духе. Уж ее-то я точно не зачищу. Ну как? Есть возможность, но с большими потерями. Кстати, вот дропик бы гляну, что там вообще за дропик. Она вроде бы вот здесь как раз таки и была, хотя может и не здесь. И смотри-ка, синенький. Вот собака. Ух, как красиво падает. И так близко. Ты смотри. В общем, короче, поищем эти, и нужно будет зачистить. Ну, а еще нужно будет посмотреть вообще, кем они лучше добываются. Я смотрел, там добывали киркой. По идее, значит, что, дедикурус? Ну, элементальную пыль-то он хорошо добывает. Поэтому я очень рассчитываю на то, что какой-нибудь дедикурус, либо анкилка будет их добывать в лучшем качестве, и уже я получил большое количество элемента и элементальной пыли. Вот, ты жрабас, через камень пролазишь. А еще задолбался искать металл. Короче, ищем эти долбанные эти, как видите, я ничего найти не могу, уже сколько летаю, но ищем, ищем, ищем. И найдем. Так. Ну, она, по крайней мере, не смахивает на большую. Я не очень смотрю, как они выглядят. Налики большие. Но чую, короче, будет жопа полная. Если чё, текай, как говорится, с городу. И все дела. Так, ладно. Давай, давай. Так, ну, во-первых, вот так. Также поставим чувака на агрессию. Инфорсера. И сам буду на велике. Качаем фрон, потому что нужно. Так, сам буду на велике. Так, нейтралка. Поведение. Первые настройки, вопрос. Да. А, где? Во. Агрессивная.
бабысь. Ну вот, как-то так. Давай, все-таки скорость. Все-таки хочу ему немножко подключать скорость. Ну что, погнали пробовать, что из этого выйдет. По идее, да. Я правильно подумал. Нужно подойти, и все, по сути, начнется. Так, не, братан, ты мне сейчас, короче, будешь это... Явно здесь мешать, поэтому иди в жопу. Ну что, блинский. Начинается. Здесь, по идее, также... Ага, два. Надеюсь, та дилка это был... Они же еще корни будут грызть, да? По идее, вот эти вот вокруг стоящие. И там... Че это так? Ты пэхаешься. А, это ты ко мне ты пэхаешься? Так. И где-то еще один. Так, давай, братан, короче, сюда ты пэхайся. Отцепляйся. А я пойду поищу. Что-то, блин... О, что-то поиски, это самое отвратительное. Бегаешь по кругу, как дебил, и пытаешься найти. Ну, может, ты? Вот ты так сюда бежишь красиво. Я красавчик. Я нашел. Так. Да, это самая дерьмовая жилка, вот на 100, это так же, как и синяя, короче. А, это была нулевая волна, ну классно, это типа, о, потренировался, на теперь тебе 1000 воинов, да? Сражайся, будь сильным. 15, отлично. Такс, уже хорошо. Далеко не отходи от меня, пиздюк. Сюда иди. Красава. Да, его самое главное не отсвистывать. Потому что он это... Начнет драпать куда-нибудь сразу же и далеко. Так, вон, по ходу дела, бегут. Понятное дело, я не достану. Иди вон! Это моя добыча. О, ты смотри, просто какая армия бежит. Кайф. Алло, слышь, я тебе сейчас это... Че вы там кого бьете, твари? Вот это вообще прям борзый, смотри-ка, а? Давай мочи, ублюдков. Интересно, если я попадаю по этим хп-ха у них сносится? Ну-ка. О, не, отлично. Это тебе не сраный купол. Слышь! Ну, кстати, здесь легче реально. Здесь показывают везде. Ох, ты ж... Да алё, мать твою! Ты ж на агрессии стоишь! Да какого фига? Ты ж стоишь на агрессии. Алло, братан, что с тобой? Стоит на агрессии, какого-то фига тупит. Такс, ну-ка стоять. Я пойду искать, короче, сам. Да, здесь как бы великом можно расправиться. Просто единственное, что в соло больше этого теряешь. Ну, типа, урона не больше наносит и так далее вокруг. Ну, а местечко, я так скажу, козырное. Здесь с некоторых мест защищено, и если вот так как дебил не попадать, не застревать, то вообще кайф. Блин. А, нет, все правильно, нашел ее. Отлично. Следующая волна. Да уж. Все-таки инфорсер что-то прям тупит жестко. Я вообще не понимаю, какого фига он так тупит. Но он прям конкретно тупит. Вот он здесь, вот я его отправил, он тычек замочил и...
И как бы и все. А еще так бывает, что просто бежит дилка, ты в нее напхаешь этих. Напихаешь этих иголок тонну. Ей насрать. Она просто бежала и так и бежит. А кто-то с рандомной иголки подыхает. Так. Встань там. Хотя не, стоп. Встань там. Ой, да пошел ты, козел, короче. Ну вот, ты нейтрал и хотя бы стал работать. Жиробас! Вот нашли же место здесь, ублюдки, мать вашу, иди сюда. Реально не любят здесь за этим камнем сраным. Давай, давай, давай! Отлично! Иди туда. Во! Смотри-ка, заработал. Я вообще не понимаю, как он иногда работает. Точнее... Ух ты, бляха-муха, как это? Как река. Нет. Только хотел сказать, нет, это хорошо, что они к другому подходят. Но, что-то этот... Еще один остался где-то. Наверное, как обычно, где-нибудь здесь. Не? Это серьезно, что ли? А где? Ах ты ж тварь! Да ёп! Да ты серьезно? Давай! Отлично! Ой, в натуре! Ой, господи! Казалось, как будто она вылезла из ниоткуда. Так, братан, ты где? А вот ты где. Отлично. Так, ты отцепляйся. И дефиси, короче, здесь. Стоять! Или там дефиси, дебил! Давай, сюда иди, а потом сюда иди. Дефиси, блин, хоть где-нибудь уже, чтобы от тебя толк был. Да ёпрсоте! Не, слушай, здесь, конечно, все-таки потяжелее с тем, что... То, как они это водится, агрится на все вот эти вот. Давай, попади! Отлично. Ну хотя бы одного, но, блин, все равно. Очень неудобно, что они вот агрятся именно вот на каждое вот это. И ты просто, ну, как-то с дропом легче, когда он просто стоит в центре, ты такой по нему дефаешь его и все. И нормас. Сюда иди, тормоз. Сюда, говорю, иди, тормоз, раз не можешь ничего сделать по-нормальному. Сейчас там дилки сверху покатятся. Так, отлично. Нормально я его там поставил. А, вот это как вариант тоже. Давай! Это просто серьезно, что ли? Осталось двое? Ага. Ну, естественно. Где же еще-то может быть? Да ёп! Пошел вон, ублюдок! И без тебя здесь мало чего добыть получится, по ходу дела. О, можете сеять на ходу, а вот велик может. Еп, оно? Не оно, да?
Ну и где он? Один. Кто? Ты блюдок. Отлично. Пятая волна, между прочим. Между прочим, пятая волна. Вот стой там и дефайся. Отлично. Вот про что я говорю. То есть можно просто навсучивать ему тонну шипов, а его пофигу будет. Да хорош. Так, а из режима стрельбы ты выйдешь, ублюдок? Красава! У меня из режима стрельбы он не хотел что-то выходить. Прям конкретно не хотел выходить. Иди вон, летающая тварь! Так, ты там справляешься? Надеюсь, ты не просто так там стоишь. Ну, мешами, ну иди в жопу. Ну, ты тем более иди в жопу. Так, нормально. Не зря там стоит. Ну, или почти не зря. А, нет, это я попал. Этом по верхам где-то ползает. Да очень даже зря стоит. Алло, тормоз, иди сюда. Чтоб тебе дебилоид. Слушай, ну с дропом он так сильно-то не тупил вообще прям. Давай туда иди. Мочить ты будешь? Какая в жопу агрессия? У него стоит режим дебила. Вот, вот у этого агрессия стоит. Вот, агрессия, сразу видно. Просто пошел, начал всех мочить. Может, у тебя энергии нету? Да нет, у меня там кормушка специальным элементом заправлена для такого, как ты. Ну, я вообще не понимаю, почему так дерьмово работает. Пошли вон! Ну, наконец-то! Ёп, вы же заново. Ох, боже мой. Ужас просто. Так. Все. Тормозите нафиг. Все, добыл, красава, иди сюда. А иди сюда, ёпт, вы же... Вы меня бесите как. Просто ужас. Короче, надо проверить, чем добывается. Так, прочитал. И хорошо, что я ничего не добыл. Короче, добывать можно либо киркой, либо топором. Так. Ничего. В общем, либо киркой, либо топором. У меня нету бура, чтобы проверить буром. Но! Есть маленькая хитрость. Маленькая такая хитрость есть, короче. Берешь богомола, даешь ему кирку. И эта скотина добывает намного лучше, так как, ну, вы прекрасно знаете, как богомол добывает тот же самый металл. Он добывает его намного лучше, нежели ты добудешь вот так вот киркой. Ну, а я пока все добуду. В итоге... Добыл все вокруг этим щупальки маленькие. И добыл с них, получается, сами видите, что. Это довольно-таки неплохо. Давай скинем это вот сюда. И давай теперь добудем самую основную. Но клейм это нужно, когда ты играешь на серверах. И, кстати, я так подумал, наверное, я когда дефал, по счету бил, наверное, из-за того, что все-таки я не заклеймил дроп. И надо будет это обязательно проверить. Давай! Лотаем. Кстати, вот это бьется как металл. Те рубились как дерево, это бьется как металл. И много бьется. Где-то на середине сменил на топор. И все разломал к чертям собачьим.
Это, наверное, все под землю типа ушло, да? Потому что вот один только кусок остался. Кстати, что здесь у нас? А, это терезинка еще до сих пор, да? Давай. Возьмем. И в итоге, что у нас был... Не, 10 лав. Что у нас в итоге получилось? Вот. 6800, 212, 74. То есть, ну, грубо говоря, практически то же самое. Прям очень практически то же самое, чутка поменьше, но все-таки неплохо. И что самое главное, это... Куда у меня, кстати, здесь вообще были эти... Что-то непонятно. Ну, что самое главное, это то, что у меня теперь элемента очень много. Элементальной пыли мне хватит сделать еще одного инфорсера. Надеюсь, он будет не такой тупой. Вот. И можно будет сходить на дропы более интересные. Ну, кстати, если тот синенький не заспавнился, не задиспавнился, можно будет сейчас попробовать на него сходить. Так. Вон этот дроп. Хочу попробовать чисто на инфорсера сгонять. Иди сюда, ублюдок, мать твою. Так. Где тебя заклеймить? А что, получится заклеймить? Или надо, чтобы ты сработал? Засчитал, что я тебя пришел защищать. И начал щит открывать. Hello? Есть кто-нибудь дома? Алло, ёп! Ну так-то припарковался ты, конечно, красиво. О, отлично! Активировался. Давай попробуем теперь заклеймить. О, да можно щит, к примеру, деактивировать. Прикол. И давай проверим по щиту. Так сказать, исправим ошибки прошлого. Так. Да не, это кусок говна все равно. Это все равно кусок говна, я точно так же бью по своему щиту. Ой, в жопу тебя. Можно он щит деактивировать. Ладно, пока пускай стоит, все меньше урона нанесут по этой. А я пока задефаю. Посмотрим, как это будет. Удобнее или нет. Ну, режим турели у велика, конечно, классно. Но урон он вносит вообще прям никакущий. Просто по 13 шипов... Это прям вообще никак. Но инфорсером бегать, конечно, это прикольно. То есть ты просто бегаешь, именно что бегаешь. Ну и местность здесь намного лучше. Но вилнозавр, как режим турели, я вам так скажу, вообще ни капли не гуд. Он просто сейчас по 13 по дилке дамажил. По 13, когда я дамажил по 400 и больше. Ну как бы понимаете, что такое себе, да? То есть это вообще прям близко никак. Никак и не то. Но тем временем остался где-то еще один, как обычно, прячется. А мы дефаем. Вот. 13, 20. Да, убивает, не спорю. Но это ж сколько надо великов, чтобы они убивали в итоге. То есть прям на подходе. Плюс они там еще начинают свои уши типа растопыривать, готовиться к атаке и так далее. Нет. А там должны. Убивает. Даже по 13 урон для маленьких таких это вполне неплохо. И так, троих примерно, пятерых он убил. Даже вот так вот. Это все еще лучше, чем до этого инфорсер себя вел на этом. На защите жилы. Но, блин, все равно. Я надеялся на урон на побольше. Просто если бы хотя бы был бы по полтиннику, он бы дамажил. А попадает он лучше все-таки. То есть ты ставишь на синюю, допустим, дроп 5 великов, там 4 велика, они просто всех разносят в хлам. На синем дропе это точно проканает. Режим турели прям изи-бризи. Такая вот была мысль, но я увидел урон и понял, что мысль говно. Хотя вы помните, какого я велика томил, да и сами видите, что он и урон прокачанный и так далее. Ну, как-то так. Выключил режим турели.
на последнюю волну, думаю, посмотрим, как он без вне режима турели работает. Ну, счет, короче, во-первых, он, да, также пытается пострелять. Это логично. Это же велик. Вспомним, как я томил. Но такое ощущение, что он как-то немножечко даже в чем-то получше начинает работать. Но опять-таки же шипы. Шипы, он постоянно пытается что-то сделать с шипами своими, вместо самого сильного, жесткого, мощного укуса, который у него есть. То есть, как бы, он пытается что-то сделать с шипами, вместо того, чтобы укусить. Че, все что ли? Эх, красота. Ну, его просто не 125-й, да ладно, давай себя возьмем тогда, уж раз 125-й. Так. Ну, давай мою красоту скидывай. Ё-моё, классно. Или еще волна будет. И это... Подожди, или это 5-й из 5? А, это только 5-й из 5, ёшкин матрёшкин. Ну, в общем, все равно, так по ощущениям, что велик етишь тебя в рот. Иди сюда, мать твою, я тебе сейчас это... Я тут расслабился, что ли? Ты чё? А! Приземлился. Давай вот так сделаем, красиво будет. В общем, по ощущениям, что когда он не в режиме турели, он всё-таки получше. Вот реально, он всё-таки получше. Он и побыстрее входит в режим атаки, и... лучше, то есть в этом плане работает. Да, режим турели хорошо, когда он стоит на базе, как бы, и все. Но вот как, допустим, для дефа. И вот он уже начал атаковать. А там чет пытался, пыжик-мыжик, вот это вот и все туда-сюда, непонятно. Здесь же он же стал сразу атаковать. И он, соответственно, его мочканет. О, уже мочканул. О, красава, заслужил похавый. Так. Но опять-таки же повторюсь, на инфорсере все-таки поприкольнее. Он быстрый, живенький такой, прям ву-ху-ху, туда-сюда. Хоп, и урона дофига. Все-таки инфорсер это классная. Детинка, животинка. Так, иди нафиг. Ну, если что... О, ты смотри, красава просто. И опять-таки же быстрое перемещение, это просто суперская штука. То есть из точки А в точку Б сравнительно быстро переместиться намного легче и лучше. О, здорово! Еп, вот теперь точно все задефил. Эджик айтем. Давай посмотрим, что я получу. Так, и что мы в итоге имеем? Полимер, эликсир, стоять, братва, сюда. Сюда не отбегаем от меня недалеко. Ишь, ты побежал уже. Ну, опять кривокапсулы этим. Сёдлом. Менчик, конечно, ненужный. О! А вот это хорошо. Сейчас объясню, почему. Ну, опять-таки же, всякая фигня. То есть, синий? Ну, синий. Камон, это синий. Чё от него ждать? Ну, все равно... Ну, да ладно, силу для газбакса, прикольно. Так, погнали до базы. Так, и, собственно, про что я говорил, что кавалерийское копье прикольно. Не знаю, насколько прикольно, но... Ну, почти 500 металла, это все-таки прикольно. Легендарочка была бы. Ох, я бы ссался кипятком, потому что там просто 1100 металла, слитков металла я мог получить из гриндера. Прикиньте, сколько он стоит для создания. Ох, ужас. Можно еще вот это подразобрать. Ну, эти шмотки пускай лежат. Да. То есть, как бы... Хоп. Ну, да. 500-очку... тихо-тихо. 500-очку металла я с этого дела всего получил. А это уже хорошо. Ну, и что самое главное, я не зря туда грацевал. Почти угадал. Вот здесь. Отлично. Я теперь могу делать тег-репликатор, и он у меня хватает на него
ресурсов. Ну, здорово, здорово, здорово. О, дробь полетел. Поставим его сюда. Пускай здесь стоит. Красава такой. И теперь мне нужно не мутатор, а не текщилд. Ай, твою ж заново. Почти. Трансмиттер. О, на две штуки. Чутка черного жемчуга элемента. Почему два? Ну, потому что только два нормально ищет. В общем, через жопу это все. Но что самое главное? Что самое главное, у меня есть практически все. Элемент это я сделаю из элементальной пыли, а черный жемчуг какой-то из гача мне их подарит. Да. Вот такие вот дела. В следующей серии не знаю, что будет. Как вариант, все-таки надо притомить уже оставшихся Дина с этой карты. Это и Газбакс, и кого еще там, что хотел притомить? Ну, Газбакс. Потому что гача я же притомил, получается, с помощью совы. Хотя, по факту, с помощью камня. Ну, не будем об этом. С помощью совы я тоже, по сути, томил. Вот. И, получается, газбакс я смогу притомить сейчас уже намного легче. Ну, хотя, можно так бы смог притомить, но не важно. Ох, да, мне нужно куча металла, чтобы посадить их все-таки в эти фигни, платформочки. Ну, к этому уже потом когда-нибудь, когда металл добуду я. Не знаю, наверное, в следующей серии все-таки за газбаксом пойдем. Ну, а на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра, всем пока.